В жизни каждого автомобиля рано или поздно возникает такая сложная ситуация. А что делать, если ваш автомобиль сломался? Да, такое бывает. Дело в том, что либо в вас въехали, либо вы в кого-то въехали. Это нормальная ситуация. Вот лучше, конечно, вообще ни в кого не въезжать, но такое не получается. Я уже вам серьезно говорю, что было то время, когда у меня 4 автомобиля рушились. Вот. Кому обратиться? Есть вариант обратиться в дорогие сервисные центры и повисеть там, а есть вариант приехать сюда, на Сурикова 11. И я вам честно скажу, что приезжая сюда, на Сурикова 11, вы максимально экономите, потому что здесь с вашей машиной обходится гораздо лучше, чем в других местах. А тут бы можно было бы показать вам в натуре, как это делается. Я, кстати, давно про это говорю, но нет у людей возможности поставить камеру. И у меня пока тоже. Но тогда на опыте людей, так сказать. Людей, которые не тратят времени даром, а в короткий срок ремонтируются. А почему срок-то короток? А вот сейчас-то мы и узнаем. Итак, мы все-таки говорим про то, что есть определенный бизнес, в котором связаны несколько вещей. То есть это бухгалтер, это директор. Ну, в общем-то, много на одно. У вас как? У нас все проще гораздо. Вот не такая сложная структура. Существую я, директор этого автоклуба, и несколько моих друзей, которые занимаются ремонтом здесь машин. То есть мы работаем напрямую с клиентом. Человек приходит, общается либо со мной, либо напрямую с мастером. И весь спрос идет с меня, либо с человека, который делал автомобиль ему. Нету лишних людей, которые там приемщики, разборщики, сборщики. Отдельно кто-то красит, отдельно кто-то что-то там гнет, выпрямляет. То есть спрос всегда с одного человека, тот, который взял машину на ремонт. Скажите, пожалуйста, ну вот такое случается, что человек где-то там влетел, да? А нас смотрит большое количество людей, почти 500 тысяч человек, блин. Вы можете нам сказать свой телефонный адрес? Адрес у нас Сурикова 11, телефон 430704. То есть все просто. Берется автомобиль, берется ценник, и путем несложной калькуляции машина делается. Самый быстрый, естественный вариант – отечественное авто. Тут уж никуда не поделаешь. В цельном сообществе запчастей 3 секунды, и машина готова. Дальше Корея. Автовосток вы знаете сами тоже. Если это только не Сангьянг. А вот потом все сложнее. И тут не надо думать, что за эксклюзив будут эксклюзивные цены. Тут и пошукать, и ошизеть от цен придется. И самый быстрый вариант – заказ через интернет. Но эксклюзив, кстати. И все-таки мы приехали сюда, на Сурикова 11, для того, чтобы оставить ваш автомобиль, для того, чтобы вам его сделали быстро. Вы видите, как все делается быстро. Ну, естественно, надо понимать, что если машина вообще в какашку разнесена, то придется повозиться. А если так понемножку, то сделано будет, ну, максимум там за 5-6 дней.